В Гродненской области проходит неделя нулевого травматизма. С 11 по 18 ноября в организациях региона ежедневно проводятся мероприятия, во время которых выявляются нарушения норм охраны труда и принимаются меры по их устранению. Сегодня с очередной проверкой члены рейдовых групп приехали в Лидский район. В Лидском районе особое внимание придается профилактике производственного травматизма. С этой целью с 11 ноября по 17 ноября этого года проводится мероприятие «Недели нулевого травматизма». Целью этого мероприятия – не допустить ни одного несчастного случая в этом периоде. Кроме того, 14 ноября этого года проводится областной день охраны труда на тему «Общественная безопасность и общественный контроль». На лечение рейдовые группы посетили порядка 30 предприятий, в их числе филиал Гродненского мясокомбината, автобусный парк номер 2. Не оставили без внимания строительные организации, такие как Гродножилстрой. С учетом того, что этот год у нас в государстве в соответствии с программой является годом безопасного труда в строительстве, мы уделяем особое внимание в том числе строительным объектам. И, конечно же, в первую очередь, с учетом того, что все работы там на объектах – это работа с повышенной опасностью, обращаем внимание на применение средств индивидуальной защиты работниками, на соблюдение правил и инструкций по охране труда при работе на высоте, с электроинструментом, при выполнении земляных работ. Основные все работы, которые проводятся на объектах. Меры, которые необходимо соблюдать на строительных объектах, они в интересах, прежде всего, самих работников. То есть это их жизнь, их здоровье. И если не будет той же защитной каски или спецобуви у него, соответственно, пострадает в первую очередь этот человек. Руководящий состав должен контролировать, чтобы эти требования выполнялись.